Визит Владимира Путина в Финляндию завершился накануне яркой культурной программой. После деловых переговоров и совместной пресс-конференции президенты двух стран отправились на старинном теплоходе к средневековой крепости Оловенлинна, самой северной в мире. В Юстинах сейчас проходит ежегодный международный фестиваль оперного искусства, и в нем участвует наш Большой театр. Труппа представила оперу Иоланта Петра Чайковского. Также, как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинисте приняли участие в торжественном приеме.